Привет, друзьяшки! С вами Леон, Алена. И сегодня мы будем смотреть сайт. Это, короче, как рулетка. Вернее, это рулетка или не рулетка. Короче, мы сейчас еще пока не поняли, потому что мы пока что не играли. Но это как кейсы по КС-ке, только по доте. Тоже какие-то рулетки. И тут прям целый набор разных мини-игр. Вот, и мы будем смотреть, что здесь да почем. В чем фишка? Здесь не обязательно вкладывать бабосики, чтобы что-то выиграть или разыграть. Можно вкидывать свои вещи, которые, в принципе, в доте... не так, конечно, сильно ценятся, как в КС-ке, но, тем не менее, там они есть, и как-то можно приумножить это все добро. Вот, мои вещи. Короче, можно загрузить свои вещи с Steam. Я только что зашел через Steam, и он вот сканирует, получается, мои подачки, передачки. Благо, я уже в доту не играю. Ну так, ну периодически. И, в принципе, можно даже что-нибудь повторяющееся и закинуть сюда и попробовать разыграть. Вы не можете ввести вещи по возможным причинам. Мобильный аутентификатор не привязан к вашему аккаунту. Привязан. Короче, ребята, дело в том, что вам обязательно понадобится привязать мобильный аутентификатор к вашему Steam аккаунту, чтобы быстренько подтвердить обмен. Блин, да, это... И при этом должно пройти целая неделя. Да, должно пройти 7 дней с момента, как вы привязали свой мобильный аутентификатор, что, в принципе, у меня сейчас, к сожалению, на стадии вот этих 7 дней, то есть я сейчас не могу пока что эти вещи обменять, но, ну, факт остается фактом, что это можно сделать. Окей, потом попробуем, может быть, еще раз. Мне больше интересно посмотреть, как это все происходит. Это действительно интересно, потому что если это не рулетка вещей, то, ну, давайте закинем, ну, по мелочи рублей 100. Я за это еще получу сверху 3 вещи. Шо за дичь? Где мои 100 рублей? Ну, 100 рублей мы закинули. Тут до сих пор... А, о, 100 рублей появилось. Так, прикиньте, слушайте. Ну, небольшая задержка, да, есть. А я уже... Всё. Вот, нашли вещи по 2 рубля. То есть можно сразу их, в принципе, вывести. Закинули 100 рублей, чтобы вывести 3 предмета. Крути рулетку, сына! Так, вот, допустим, сегодня... Подожди, есть спот бета, лотерея. Есть. Встречись! Обожаю этого чувака. Пройдите как можно больше клеток игрового поля, не попав на бомбу. Вот это, конечно, вообще. Значит, крути рулетку. А, ну это банальная рулетка. Давайте попробуем ее крутануть. Итоговая ставка 2 рубля. Окей, что я с этим могу сделать? Минимальная ставка 5 рублей. Ну давайте все эти 3 вещички тогда и закинем. Вот, играем. И... Тут звук есть. Сука. Хорошо, один хорошо, а два лучше. Можем еще раз сыграть. Можем еще раз сыграть. Давай. А что такое? Сыграть 10 игр, награда. Ну ладно, окей, понятно. Поехали. Давай, сына! Блин, я что, даже вот тот сундук за 1000 прилетел, я аж так это... Давай! Вот только попробуй. Ну-ка, давай-ка еще раз. То есть надо покупать вещи. 40 рублей. Оп. Ну, спасибо, давайте еще купить. Вещь куплена. Ну, охренеть. Так, 5 рублей, короче, мы... Давай играть. 80 бонусов и 4... Твою мать. Система. Система, окей, давайте играть. Не все так просто. Нельзя просто взять и сыграть в рулетку здесь вообще. Ну смотри, говорят, что-то, смотрите-ка, нормально. О, нам выпала вещь. Нам выпала вещь. Нам есть что поставить, кстати, давай. Нам есть что поставить, охренеть, играем дальше. Мне везет, я играю. Зашибись. По вещи подвигу. Давай, сына, давай. Ну, просто мистика, случайно, мифика. Ааа, нифига, и в смысле, это мифика? Что это говно какое-то, не мифига. Что у нас по бонусам, ну-ка, давай посмотрим. О, нормально, играем дальше. Я, кстати, 40 бонусов. Ай, если не будет ничем играть, то как получится. Ну давай! Баш прошел вещь. На поставленную сумму. Не-а! Не на поставленную. Ну ладно, у меня осталось еще сколько-то. Ну давай, вот еще. Не на поставленную сумму, но ставка меньше допустимого значения. Что? Что? Питоль, ты что меня лечишь-то, сына? У меня вон нормально все, поехали. Да ты. Может, чё? Мне нельзя, мы так мало бонусов. Ну давай 20 бонусов, какие хрен с тобой, 20 и вот эту дичь. Ну все, поехали. Давай! Что-нибудь такое прям вообще, чтобы мы в плюс вышли, а?
Ну. Стой! Собака серая! Одна вещь за 1 рубль, зашибись. Я так не играю. Сейчас бы вот останавливаться рядышком, где дорогие вещи. Holy fucking shit. Ну что, мы в итоге как-то затратили 95 рублей. Ну-ка, а что купить бонусы? Почем бонусы? А, это за деньги. 50 рублей, 5 тысяч бонусов. 350, нет. 360. 360, да, все, отлично, все, поехали. Надо, да ёб твою мать! Так, выбираем эту вещь, ставим 370 бонусов. Отлично, играть нажимаем. Поехали! Етить, ядрить, колотить. Давай, сука! Иди нахрен! Ой, ёло. Ну ладно, что-то выпало. Две вещи по... 2,5 рубля, все нормально, ставь хобби. И где-то 50 бонусов, да? Вот, нет, тут, 60. Ну, 60 бонусов. Играть. Короче, тут ставка, ребята, не 5 рублей, а 5,10 копеек. Вот. Mm-hmm. И причем кнопочка-то вроде загорается, но все равно играть нельзя. Нет, он да, специально да, это да, делает. Да, да, почти 2. Да, сука, да иди ты нахрен. 6 рублей. Ну, смотри, неплохо, 6 рублей. Прикольно, что ты качаешь. Что это? Что-то, кстати, вообще интересная штука. Что это? Загрузочный экран. А, это загрузочный экран, 6 рублей стоит. Неплохой, ай, хрен с ним. Не, все проиграли. Все просрали. Так, давай, 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 давай. Только не баш. Случайный иммортал. Иммортал? 20 рублей. Слушай, а можно разменять где-нибудь внутри вещи? Так. 5 рублей. Окей, мы этот предмет себе оставляем, потому что он дорогой. Ништяк, нам иммортал круто. Слушайте, это клево. Это, кстати, знаете, что такое? Короче, спектра другим голосом будет разговаривать. Вот. Ну, у меня, конечно, есть этот предмет, в принципе, его будет не жалко здесь это пробить, оставить, в смысле, так, 5-10 вот так вот, нет, тихо, 5, так вот, оп, все, играть, поехали. Причем мы ставим-то все время вот именно 5 и 10 где-то, не больше, то есть мы с минимальными процентажами, видать, каждый раз идем, и вот, может быть, из-за этого нормально, пока прет, мы идем пока что в плюс, судя по всему. Ага. Не, ага. Что это значит? Почти, да? Ставка... Вниз. А, нам бонусы вернули. Тысячу ну, бонусов. Ну а чё, не рискуем, не пьем шампанское. Ай, давай, не рискуем, чё у нас вообще? Слушай, это... Если чё, я не сколько виновата. Для счастья вообще на самом деле? Судя по твоей безэмоциональной реплике, которая вообще ничего не несёт, бонусное золотишко, поставленные бонусы превратились в рубли. У нас 10 рублей, мы можем ещё столько же бонусов купить. Еще 5000 бонусов можно купить. Подожди, бонус за... Вот бонус мы поставили 100 бонусов, и они превратили... А, нет. Нам просто перевели да, наши бонусы обратно в рубли. Да, 1000 бонусов, это 10 рублей. Да. Ну, мы, вот. Мы покупали вот только что 50 да. рублей. Да, короче. То есть у нас снова 50 рублей, мы снова можем купить 5000 бонусов. 5100 бонусов. Мы тут будем долго сидеть. Да, я бы заметил. Главное, мы разобрались, как в это играть, твою мать. Давай вообще. Слушай, прикольно, мне вообще нравится. Это... Лёва, мы тут просрём слишком понимаешь, много времени. Просто 100 рублей можно так долго тут вертеть, крутить, что вообще... Так. Тут даже уже окей, чё не имеешь ты... своей целью выбить какую-то вещь, только сам процесс уже приносит. Да, что, ещё 10 рублей? Давай, наяривай. Гитара семиструнная. Вот прям нам сейчас повезло, поэтому ой, не смотри, тут взгляд у тебя проклятый какой-то. Неправда. Вот смотри, вот что это? Херня. Да, ну вот так вот, видите, бонусов вернули. Слушай, мы сейчас обратно в 5000 бонусов вернемся. Ага. Ага. Так, обратно. Давайте все-таки опять 5 вот так вот поставим и посмотрим, что получится. Может быть, нам сейчас опять пропадет. Давай. Слушай, неплохо. Мификал выпал. За 6 рублей оставь его. Это что получается 600 бонусов? А мы поставили? О, смотри, какой прикольный. Это, короче, для Фуриона пеньки. Вроде как, да. Пеньки? Вот, да, пеньки. Он, короче, делает из леса пеньков. То есть подходит к лесу, такой, лес избивается, и за место них такие живые пеньки появляются. Так вот, типа, эти пеньки будут выглядеть... Ну да. Говдота. Нет. Ну ладно. Потом мы ее подсадим, ребят. Приезжайте. Давай ставь эти 6 рублей. Опять 6? В смысле, прям 6? Ну, да. Ну, давай, пи- просто... Это ж пенек. Нужно больше дерева. Пенек просто отправили на этот, на перепилку себе. Давай, так, что у нас, что у нас? Смотрите. Смотрите. Да, слушай, мы, ну, хоть немного, но приумножаем наше состояние. Да нифига мы не приумножаем. Так, так.
это... выпало. Ну, вот это у нас было, а вот это два, вот то, что выпало, мы приумножили. То, что 6, у нас было 6 рублей, получается, нам отдали, ну, сколько, 9 рублей. Ну, вот, получается, что по факту 9. А ты хочешь 7 рублей тоже поставить? Может, поставим 2 рубля и бонусов? Давай 2 рубля и бонусов, я тоже так. Так, значит, так вот. Ну-ка, поехали. Блин, нам нужно останавливаться, ребят, у нас эфирное время заканчивается. Мы уже... Надо другие игры посмотреть. Изи, 50 бонусов. Иди ты нахер. Все, давай. Жену, ну дай последний. Ну давай в другую игру на Лёва. А давай потом в другую игру, я в эту хочу. Давай, давай, приумножай. Счастлив. Получи один рубль, иди нахрен. Остановись. Скоро вынесешь телевизор. А знаете, прикол в том, что даже человек, который не шарит в доте, ему плевать, что за картинки, он просто может по рублям ориентироваться. Дорого это недорого. Так, ну что, у нас, кстати, 50 рубликов есть. Мы как-то вообще, мне кажется, или мы реально немножко в плюс уходим. У нас и вещи как бы там такие. Ну там, правда, плюс такой, знаешь, ну, рублей 10. Да плюс тут скорее. Да тут вообще плевать. Тут, понимаете, ребят, тут прикол больше сам за процесс. Тут процесс веселый. Угу. Значит, ставим, ну давай бонусы поставим, да, вот так вот. Так, а что нам нужно делать дальше? А, вот нужно выбрать клеточку. Окей, я вот сюда нажал. I'm fucking lucky. Так, вот сюда. Ну, сюда. А, да? Ой, залагало, ребят. Тут, походу, double. Это... Trouble. Double trouble. А, то есть это вот... это вот и рубли, слушайте. Это, ребята, рубли, в котором... Да, нега! Я lucky. I am fucking lucky. 18 рублей. Слушай, а сколько мы 5 поставили, да? Так, тихо. Давайте сюда. Нега! Щит! А! Я понял, если мы сейчас подорвемся, мы все просрём. А давайте заберем. 20 рублей. Все, забираем. Не азартный, что ли? Подожди, написано бонусов 5700. Это наш баланс, а здесь не обновилось. Ну-ка, вот, кстати, походу, вот этот счетчик у них, кстати, где ник, он немножко, да, он задержечкой какой-то. Потому что мы там 100 рублей пока ждали, к нам придет. На самом деле, они же, видать, были. Так, вот я обновил и... Слушайте, прикольно. Мы сейчас только что столько бонусов вытащили. Что-то походу... Ну-ка, давай остановим. Ошибка. Сервер не отвечает. Или проблемы с соединением. Ну что ты не хочешь? Слушай, меня сам сайт останавливает. Уже, говорит, не будешь ты сейчас играть. Ты, наоборот, выиграл слишком много денег, иди отсюда. Короче, ребята, походу, все. Он нам говорит, пока что отдохни. Сервер, короче, упал. Ну что ж, давайте, наверное, это знак свыше, что ли, надо остановиться. И на этом, наверное, мы заканчиваем наши тестовые... Слушай, мне этот сайт реально понравился. Слушай, я буду на нем играть, блин. Он такой прикольный. Ты будешь на нем просирать время. Я на нем буду... Ты будешь вот туда закинешь 100 рублей, ты будешь их вот так вот насиловать очень-очень долго. То есть, вот, да, реально, эти 100 рублей можно тут вертеть, крутить долго-долго. Маньяк больной. Да. О! О! Нет! Сыграно игр. Выиграно 130 рублей. А, да? То есть он мне прям пишет, сколько я выиграл за все время. Подожди, получается, я закинул 100 рублей, и он мне пишет в рублях, сколько я выиграл вообще. То есть не учитывая мои вкинутые 100 рублей, я уже... То есть, получается, я вышел вообще там в два раза и с лишним плюсом. Окей. Ладно, ребятки, на этом мы завершаем этот ролик. Если вам понравилось, вам же понравилось, я надеюсь, потому что это реально прикольная штука. Пускай и азартная. Вот. На этом все. Всем удачки. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки и всем тортик. Пока-пока. Да, и на правах рекламы еще скажу, что у Алены есть свой канал. Можете спуститься в описании. Боже, да, да, и подписаться. Прекрати. Да.